Всем привет, с вами Лев, и сегодня, ребята, мы продолжаем играть в Minecraft, и, в принципе, сегодня будет ролик, да, о том, то, что, ребята, о строительстве, да, в принципе, я буду, наверное, первые 10 серий строить на этом острове, да, в принципе, такая вот мне карта попалась, это, конечно, не первый мир, который я создавал, но вот попался остров, решил все-таки на нем построить, в принципе, почему бы и нет, строю на новой версии 1.14.4, и, в принципе, да, здесь, я думаю, буду строить какую-нибудь деревню, такой вот, ну, наверное, в будущем какой-нибудь городок получится небольшим. Наверное, просто большая деревня, не знаю, просто деревня пока что планирую построить. В принципе, да, этот остров, естественно, я расширю постепенно. И как-то так, да, первые 10 серий будет именно в этом мире, потом я перейду в новый мир. Не знаю, как вам понравится, не понравится эта рубрика новая, да. Ну, постройки будет, наверное, называться. Ну, пока что точно название не определился, наверное, просто постройки, да, будет называться. Ну, либо еще что-нибудь добавлю к названию, не знаю. В принципе, пилотная серия, так что, ну, как бы не надо говорить, что это фигня рубрика, все такое. То есть, вот после уже второй серии, я думаю, можно уже будет понять, да, что это за рубрика, то есть, смысл ее. Короче, я буду просто строить в этом мире. Я даже сразу сид покажу. Для тех, кто хочет вдруг в этом мире поиграть, вот версия. И, в принципе, да, я просто поиграю, то есть, я буду здесь просто строить в креативе. Все, вот такое вот будет строительство, буду строить всякие красивые постройки. Буду строить в стиле, наверное, обычной деревни, да, сегодня я построю, может быть, домика 2, может быть, один, может быть, еще что-нибудь, и вот посмотрим. Да, в принципе, остров небольшой, придется самому много чего развивать. Итак, с чего я начну, наверное, начну, я не знаю, с домика какой-нибудь, например, вот здесь вот, да. Обычный деревенский домик я построю. Во-первых, для начала мы здесь везде проложим землю, да. Так, вот обычную землю возьмем и песок весь, наверное, отсюда уберем, потому что песок будет дальше, да, и, наверное, эти 10 серий, они будут выходить, ну, в течение 3 месяцев, может быть, 4. Так, ладно, вы, наверное, сейчас спросите, зачем я это делаю, на самом деле, я сейчас подумал то, что, ну, типа, во-первых, это чтобы на будущее, то есть, если я буду что-нибудь подземное, например, строить, чтобы песок особо не мешался, но он уже, наверное, особо мешаться не будет, я его практически весь убрал. Давайте вот здесь реально как раз будем начинать строить домик. Так, ну, во-первых, мы немножко вот так вот сделаем. То есть немножечко, чтобы построить дом как бы на возвышенности небольшой. Я вот так вот сделаю. Да. Потом поровняю, чтобы было как-то лучше. Так, смотрите, что мы берем? Мы можем взять обтесанное дубовое бревно, а можно взять обычное бревно. Ну, тоже дубовое. Я думаю, мы будем пользоваться обтесанным. И, во-первых, сразу хочу сказать о том, то, что какие мне дорожки лучше использовать. Напишите в комментариях, типа, вот такие вот дорожки, ну, в этом мире. Или мне использовать именно из какими досок. Ну, то есть, доски неважно какие. Скорее всего, они будут такие вот обычные, дубовые. Возможно, бирюзовые или еще что-нибудь. Какие-то вот такие вот, ну, из этих, да. Ну, под стиль чисто. Да, если я буду все из дерева дуба строить, тогда будет дубовое, понятное дело. Да. Ну, короче, ребят, напишите, как лучше. Мне, на самом деле, тропинки нравятся. Они подходят под стиле деревень, даже новых. Очень неплохо. Хотя там некоторые дома из керамики делаются, например, белый. Да, ну да ладно. Окей, мы начинаем строить. Во-первых, сразу берем вот такое вот дерево. Так, вот тут. Вот она. Это которая не будет показывать вот эту штучку. Я, блин, как она называется? Да. Правда, не помню. Хоть убейте. Да. Можно построить слишком маленький домик, а можно побольше построить. Давайте я вот так вот побольше построю. Так, нормально. Нет, это побольше. А хотя, наверное, в 5 буду. Повыше, все-таки дом шире. Шире, больше. Так, здесь у нас 4 блока. Отступаем. И вот так вот все строится. Ну и тут, естественно, уже понятно. Так, деревни, я помню, из камней строились, из булыжника. Хотя, можно строить из керамики, в принципе, сразу. Например, попробуем из оранжевой. Чисто тест. Попробуем, почему бы и нет. Так, у меня тут английский, насколько я помню. Сейчас русский, стекло, стеклянные панели.
буду использовать обычную. Обычная они больше всего подходят, естественно. Да. Окей, здесь у нас будут окна. Конечно, не такие большие, как и сейчас кажется. Подождите, а может быть вот так вот лучше сделать? Так будет лучше. Блин, я забыл. Тут же можно вот такое дерево использовать. Чтобы сверху не палилось. Да. Так, смотрите. Та-та-тан, та-та-тан. Так, вот, оп-оп-оп-оп-оп. Так, вот так вот. И чтобы было лучше, вот так вот. Вот, все нормально, прикольно. Так, смотрите, снизу, наверное, также сделаю вместо керамики. Ну или не знаю, но я пока что так попробую. Я, может быть, исправлю потом дом. Но пока что так. Сеян, наверное, минут на 15-20 получится. Первое вот это. Но я точно пока что, естественно, не знаю этого. То ли вот такое вот окошко сделать. Не знаю, как это смотрится. Ну, как-то не очень, на самом деле. Не очень. Вот тут то ли доски вот такие вот использовать. Фиговина какая-то. Можно вот так вот. Не знаю. Он дом большеватый получается. Так, смотрите, то есть получается... А, смотрите, какая у меня идея. Давайте мы вот здесь пол сделаем. На, ну, выше, на уровень. И проблемы мы избежим. Я строю не супер хорошо, сразу говорю. Я как бы особо никогда не строил прям сильно в Майнкрафте. Но вот теперь начинаю. Как вы уже поняли, с помощью этой рубрики буду учиться и строить заодно. Ну и вам, может быть, что-нибудь интересное покажу. Ну, типа, вот я чисто буду строить, как мне нравится. Может быть, потом вы будете мне подсказывать. Ну, то есть, как-то так, посмотрим. Да. Заодно, может быть, вы какую-нибудь идею найдете, увидите. Там, не знаю, для построек или еще что-нибудь. Выживаний, например. В принципе, почему бы и нет. Деревню тоже можно выживание, например, свою улучшить. Красивее сделать. Так, ну, здесь можно использовать доски. Сейчас чисто пробуем. Так, и вот тут, например, дверь. Или вот тут. Тут, наверное, лучше. Так, дверь. А, она тут. Они тут все. Так, дубовая дверь. Хорошо. Ну, нормально. Хотя, ну, это больше как коробка какая-то выглядит на самом деле. Не, не очень на самом деле. Вот так вот, может быть, сделать. Из досок полностью. В принципе, можно. Да, давайте здесь из досок чисто будет. Потому что пол из досок. Пускай и это из досок будет. Да-да-да. А не из дома, пускай будет из камня. Из булыжника. Вот тут вместо земли. Вот так будет логичнее выглядеть. Хотя, наверное, из досок лучше все-таки. Не-не-не, это... ну так хоть как-то. Ну, то есть, ладно, так, наверное, лучше все-таки. Ой. Случайно. Так, ну хорошо, вот. Как это получается? Крышу бы сделать, конечно, сейчас. Но я не знаю, так, тут три блока получается. Так, ну давайте закрывать обычными досками. Я, короче, уже записывал еще вчера видео по поводу этого. Но, как вы меня уже, наверное, ну, как вы уже поняли, у меня не очень это получилось. Ну, сама по себе постройка, которую я построил, мне она не понравилась, и видео говно получилось. Это точно получше получится, потому что я быстрее все делаю. Быстрее как-то и рассказываю, наверное, получше. Так, вот, поднимаемся. Так. Что я сейчас делаю, вы сейчас поймете. Здесь, короче, будет крыша из лестниц. Как в обычных деревнях. Чисто деревенский домик построим сегодня. Потом, может быть, я буду такие же строить. Если что, я без всяких модов буду это делать. То есть это все будет сделано чисто моими руками в Майнкрафте, да. Вот как-то так. А где обычные лестницы? А, они тут где-то раньше начинаются. Они незаметные. Потому что они отдельно, по-моему. Да? Блин. Лестницы. А, тут лестницы. Ступеньки, вот. Ступеньки, ступеньки, вот. Так, вот, короче, как мы делаем. Вот так вот. Таким вот образом все делаем. Ой. Что подлакивает, когда я блоки ставлю? Ну и ломаю, наверное.
В прошлом видео у меня лагало, когда я ломал их. Сейчас ставлю. Ну, поменьше, конечно, слава богу. Но все-таки есть такая проблема. Вот так вот мы ставим вокруг лестницы. Это получается в итоге красиво. Кстати, я допустил большую ошибку в выживании, когда снимал на 1.13 версии выживания. Там была такая вот ошибочка, то что я... Там, короче, крыша была... Она вот начиналась вот где-то вот тут, по-моему. Ну, то есть она была не на краю, вот так вот, как здесь. И поэтому как-то не очень получилось. То есть не видно ее было, вот эту крышу, да. А я еще и здесь делаю, ниже. Потому что это так правильно. Правильнее будет. И красивее выглядеть. Да, объяснять я от бога умею, конечно. Ну да ладно. Но если посмотреть мои вот эти парусей выживания в Майнкрафте на 1.12, можно заметить, где я построил свой там большой дом. То, что крыша, она достаточно, ну, не очень получилась на самом деле. Это плохая, плохая. Да. Так, ну вот. Вот сейчас это уже выглядит неплохо. Ну, чисто обычный домик. Конечно, получается. Обычный для деревни домик. Тут, естественно, все вот это можно сделать. И смотрите, какая у меня хитрая тактика здесь появляется. Так, давайте мы это застроим. Я уже понял то, что все. Здесь можно сделать небольшой второй этаж. А, нет, подождите, нельзя. Нет, нельзя. Тот дом, который я строил вчера, он был, по-моему, больше. Я там больше здесь. Не, тогда ладно, не будет чердака. Хотя можно было бы сделать. Вот увидите, какая проблема встречается. Ну, видите, все равно можно. Подождите-ка. Вокруг-то можно, если это закрыть, то тут можно какой-нибудь склад из бочек, например, сделать. Ладно, пока что так оставим. Чё не спускающийся-то? Ну вот как это выглядит, обычная крыша. То есть здесь она же выше была. Ладно, давайте вот так сделаем. Если что, в обычных деревнях тоже такая... одного блока нету, только здесь 4 будет, потому что домик я сделал больше. Да. Я, если что, строю примерные дома, как в деревнях из 1.14, если что. То есть не старые деревни, новые. Да. Ну вы, наверное, это уже поняли. Так, давайте сюда землю. Дерн. Так. Ну, чисто поставлю, потому что тут как бы вход в дом. В домик. Так, ну и где-нибудь вот тут можно, например, сделать, не знаю, тройную дорожку. Почему бы и нет. Сделаю пока что такую дорожку. Если что, поменять на доски, это могу и хоть за кадром сделать. Но это все равно, я не знаю, то что, может быть, и не напишет никто про это. Тогда уже сам разберусь, как лучше. В принципе, дорожки тоже неплохо. Вот так вот сделаю пока что. Ну вот, дорожка, типа, вот это будет вот так вот. Ну, нормально. Так, смотрите, давайте я еще здесь доску поставлю, потому что это видно здесь. Да. Или вот так вот вообще. С этим можно. Ну, типа домик, типа деревянная такая вот. Ну, нормально, ладно. Домик готов, как минимум. Вот это мы хотя бы отсюда уберем, потому что оно не нужно, вот эта возвышенность. Здесь мы построим, наверное, мостик, но тут, естественно, надо все делать больше. На самом деле здесь большая проблема в том, что здесь, видите, какая глубина большая. То есть тут придется эти блоки ставить, замучаюсь. Но, в принципе, попробовать стоит, я считаю, поэтому да. Во-первых, в деревнях что я буду использовать? Я не буду использовать обычные факела, я буду использовать новые лампочки. Они у нас здесь, фонари точнее. Вот так вот. Нормально. И над окнами по две можно. Почему бы и нет. Вот таким вот образом. А, смотрите, как можно. Можно вот так вот. Ой, что-то сломал. Опасно просто. Так вот есть. Вот так вот красиво, да, оно смотрится. Получше точно. Так. Ой, что-то подлагивает. Это мне, естественно, не нравится. Но вот здесь все нормально. Так, фонари тут... Ну, короче, ладно. В принципе, домик готов. Это уже точно. Тут всякие листья. Ладно, разберемся потом уже. Это чисто уже декорации маленькие для домов и всего на свете. Это будет уже, когда я хотя бы что-нибудь построю в небольшом количестве. Я построю два домика, потому что в этом месте, мне кажется, как раз будет смотреться хорошо два. Почему бы нет? Здесь, конечно, можно чем-нибудь другое поставить, какие-нибудь печки, все такое.
А, нет, давайте, если я строю что-то другое, давайте мы тогда сделаем как? Я сделал... Ой, боже, я испугался. Так, я сделал вот такой вот. Так, раз, два, три, четыре, пять. Да. Вот как-то так. Так, четыре отступления у нас тут было. Вот так вот. Подлагивает. Ладно, ребят, я думаю, на этом уже, в принципе, надо заканчивать. Если честно. Так, я сейчас все заменю на бирюзовое, потому что это неудобно потом будет. Ну вот, вроде как все заменил. Оранжевый на самом деле не очень смотрится, если честно говорить. Так. Какая? Так. Ну, зеленую попробуем вот такой вот. Так, как там было, у нас тут получается доски. Доски и еще раз доски, как бы. Так. Ну и вот тут где-нибудь тоже сделаем. Так, вот. Тут также будет возвышенность пола. Пол будет выше. И здесь мы ставим, ребята, зеленую керамику в этот раз, чтобы дома не были одноцветными. Так, ну а с этой стороны пусть доски будут. Вот таким вот образом. Так, смотрим. То есть мы вот так вот оп-оп-оп-оп-оп. Вот так вот. Как там было? Я просто посмотрю. А, все, я вспомнил. То есть здесь у нас получается... Вот. Но это, короче, видно не будет, поэтому здесь, оказывается, не нужны вот эти блоки, вот эти. Они не обязательны. Незаметно это. Это все и так закрыто будет. Ну а так-то все. Да, я решил именно сегодня домики начать строить, потому что, ну как бы это основа, то есть домики это самое, наверное, важное, потому что вот территорию, в принципе, территории особо и нету, поэтому, ну как бы два домика, мне кажется, здесь хорошо смотреться будут, поэтому решил начать как раз с домов, почему бы и нет. Так, вот так вот мы делаем, если что, сразу. Так, дверь, а дверь у нас в руке была. Так, ну и в принципе все. Так, ну, я не знаю, может быть, повырезаю вот это все дело, как я строю этот домик, потому что... Ну хотя, если суть именно в этом сегодняшнем видео, как я вот это строю, так... Тогда, ну, наверное, вырезать не буду. Если так. Окей, тропа готова. Ступеньки. Ступеньки. Вот такие вот. А, ошибочка. Ну, я тогда еще хотел из обычных досок так же построить. Здесь будет из бирюзовых. Чтобы было хотя бы какое-то изменение. Опять мы берем ступеньки. Также начинаем строить. Прям по-быстрому. Прям вообще ни на что не буду внимания обращать, просто строю. И все, кстати, уже начинается у нас вечер. А, я же поставил всегда день. Но есть такая функция, вот сейчас покажу. Прочее. Вот, всегда день. Но я поставлю по умолчанию. Ладно, мне это не мешает. Так, ладно, ребят, в принципе, на этом мы будем, наверное, заканчивать. В принципе, да. Первая серия, она как бы пилотная. Я решил просто начать строить что-нибудь, да. А вот в следующей серии уже посмотрим. То есть я буду чем-нибудь интересное, я надо пытаться строить чем-нибудь свое со временем. То есть это чисто и для меня, наверное, будет что-то новенькое. Я буду стараться строить свое что-то. Но поначалу, естественно, буду строить похоже на на деревни. Кстати, что забыл сказать, то что я... Давайте прям, вот прям при видео показываю, сохраните, выйти. Так. Так, где это у нас? Постройки и не только... No видео. Ну, типа, видео записывать не надо. Короче, сейчас мы зайдем в этот мир. Я там уже давненько был. Ну, там дату было видно. Наверное, 26, по-моему, нет. Помелькнуло в глазах. Короче, этот мир была обычная деревня.
И я, короче, из нее вот что примерно построил. То есть я построил новые дорожки, то есть здесь были куча ям, куча плохого ландшафта и все такое. Тут, кстати, лагать будет, поэтому, ну, как бы, извините. Как бы тут уже понастроил. Вот, видите, что в итоге получилось. То есть вот. То есть вот такой вот красивый мир. То есть маяки всякие понастроил. Вот три маяка, блин, треугольник в небе какой-то. То есть... Придумал всякие прикольные штуки. Вот на меня какой-то банан, ну типа... Этот банан, если что, появился из-за того, что тут как бы... тут как бы такой ландшафт был. Смотрите, сколько дорожек хороших. То есть, ну, короче, вот. Вот это чисто мой дом большой. Тут типа куча жителей работает там на втором этаже. Короче, ребят, в принципе, вот такой, такая вот деревня. Я даже сито ставлю. Сито ставлю. Мех оставлять не буду. Потому что не хочу, это мой личный. Вот, сид. В принципе, да. Ладно, давайте возвращаться. В принципе, да даже, наверное, возвращаться. Хотя, ладно, вернусь. Ладно, все. В принципе, всем спасибо. Всем пока, там, удачи. Ну и все, в принципе, да. Блин, это, наверное, по-моему, даже третий мир уже был. Вот этот. В котором я пытаюсь записать это все дело. Ладно, ребят, все, всем спасибо, всем пока. Вот видите, пока что такая фигня. То есть я поначалу тоже строил такие дома. Вообще поначалу там с факелами строил. То есть я потратил на тот миг, наверное, часов 10, если не больше. То есть, ну прям долго играл, сейчас вообще что-то перестал резко. Ладно, все, всем спасибо, всем пока. И удачи. Пока-пока. И как бы видео будут раньше недели выходить. Ну, где-то раз 6-5 дней, короче. Пока что так у меня получается. Хотя бы так. Это лучше, чем как бы раз в 2 недели, раз в неделю. Ну, то есть вы понимаете, короче, все, да. Ладно, все. Пока.